Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Ну, парни, как вам фильм? Слушай, прикольный, братан. Ага, прикольно. Ага, вообще, вы видели, когда там 3 человека-паука одновременно, блин, летали туда-сюда? Да, вообще ништяково. Эпик лютый, братишка. Да, мне очень понравилось. И знаете, кстати, парни, что я предлагаю? Это, сейчас же каникулы, блин, начались. Ага. Времени свободного много. Угу. В общем, знаете, что предлагаю? Поехали, блин, в Чернобыль за секретными аномалиями и артефактами. Жесть, Димон, это же может быть опасно, мы так никогда не делали. Ну и чё, парни, там говорят, под Новый год в Чернобыле огромное количество драгоценных артефактов. Ну и как бы приключения, парни, все такое, чё скажете? Слушай, ну давай попробуем, мы до этого только так помаленечку занимались этим делом. Ага, ты чё, Бабен, думаешь? Я только за, мужики. Ну все, парни, предлагаю встретиться на нашем месте через пару часиков и поедем все вместе, блин, в этот, в Чернобыль. Димон! А ты приготовиться не хочешь? Ну так и я и говорю, через пару часиков встретимся и поедем. Стволы хотя бы давай сейчас возьмем, тут недалеко магазин есть. А, стволы, ну давай, Бабян! Да-да-да, я. Не выезжай, давайте стволы зайдем, блин, купим. Ну давайте, ага. Давайте. Давай, сейчас прикупим себе стволы, парни. А ты что думаешь, Андрюха, там будет опасно? Ну может быть какие-то собаки, мутанты там, боровы, беды вот эти все. Нифига себе мутанты, да это все сказки, парни, мутантов не бывает там, чё? Мы в натуре как бандиты будем, еще на черном гелике поедем. Ага, в натуре, блин, ладно, парни, давайте купим себе, блин, пистолеты всякие, ага. Алейкум. Заказывай, шеф. Так, мне, пожалуйста, блин, это, пистолет-пулемет. А мне, пожалуйста, пистолет, самый лучший, можно, пожалуйста? А мне калаш, можно? Ладно, пистолет тоже. О, смотрите, мужики. О, кайф, блин, дают. А чё, пистолета-пулемета нету? Блин, тогда просто пистолет, парни. Но он стреляет четко, смотри, у него увеличенный магазин, во! Ага, нифига себе! Да, это же Глок, ё-моё! Крутяк! Ну что, парни, у нас есть пушки и все такое, предлагаю, блин, это, не медлить, блин, и все, и ехать! Давайте за дело! Не забудьте переодеться, мужики, а то замараете свои шмотки топовые! Да-да-да! Ну все, парни, блин, идем переодеваемся домой, встречаемся и едем в Чернобыль! Вперед! Ну что, Бобис, все, мы на месте? Да, вот, приехали, паркуемся вот сюда вот. Ага, паркуемся, парни, припаковываемся. Так, и что, наверх тут лезем? Ну, наверное, да. Ага, нифига себе, парни, тут скелет, блин, смотрите. Ого, блин, древняя окаменелость какая-то прям. А вот и атомная станция, мужики. Нифига себе, она огромная, капец! В натуре, мужики! Давайте, может, сначала это, окрестности осмотрим. Да, давайте окрестности, на станцию всегда успеем прийти, парни. Вон, смотрите, в той стороне какое-то здание, давайте с него, может, начнем? Ну, давайте. Давайте позыкаем, мужики. Парни, а как вы думаете, эти скелеты после взрыва атомной станции еще остались? Скорее всего, Димон. Крыса, крыса! Да, крыса! Смотри! Крыса бежит! Бабян, это твой братик, что ли? А, сзади, блин! О, крысы, блин! Это опасно! Ё-моё, дурацкие крысы! А я говорил, мужики, надо брать пистолет как минимум. О, мужики, смотрите, тут склады какие-то открытые. Может, зайдем посмотрим, что там? Давай зайдем, вот это суета, парни! Крысу добейте! Капец, блин, вот это крысы, парни, вот это да! Еще трупы, еще скелеты, мужики. Но это, наверное, блин, да. После взрыва этого, когда станция бабахнула, вот эти людишки тут и остались. И вон какие-то крысы бегают реально. Ага. О, мужики! Шо? Я себе противогаз нашел, смотрите. Покажи. Хорош. Идет. Идет, Андрюха, ты его сними. Вдруг он радиацией напичкан, блин. А, в натуре. Фу, вы еще сразу, блин, не сказали. Сейчас сниму, ё-моё, снимай, дуралей, блин. Ёкаламэне. Ага, о, красава. Смотрите, парни, здесь, блин, тут горит свеча, парни. Слышите? Как такое возможно? Тут же никого не должно быть. Да, никого не должно быть, Бабян. Слышишь, да, я. Ты же информацию проверял. Ты говорил, что тут никого нету. Ну, блин, видимо, информация была недостоверна. Парни, тут до нас кто-то был, тут вон свечки горят, и кругом скелеты.
Надо быть аккуратнее, мужики, здесь, да? Ага. Ага. В натуре. Так, ладно, вроде тут ничего нет, погнали посмотрим, где еще какие-нибудь артефакты посмотрите. Могут быть. Тихо-тихо! Что там? Мужики, там какой-то монстр, какой-то огромный кот, блин! Ого, видали, у него пасть огромная, что делаем? Нифига себе, парни, что тут обитает? Я не знаю, давайте аккуратно попробуем пройти, блин, и не будем стрелять по нему, слышите, парни? Думаешь, это хорошая идея? А ты думаешь, лучше стрелять? Я не знаю. Погладить, например, может он отстанет, это же кот какой-то. Ага, блин, какой кот, Андрюха, какой погладить? Давайте просто за ним пройдем. А чё у него по бокам? Мужики, офигеть, это пожиратель, блин, какой-то, парни, меня на крышу закинуло, блин. Закинуло? Да-да-да, я на крыше. Димон, давай к нам скорее. Я не могу. Не спускайся, уходим отсюда. Как, он меня зажал, мужики. Блин. Давай, скорее, он телепортируется! Он у меня, парни, блин! А-а-а. Куда бежим, слышите? А. За мной, мужики! Давай, парни, аккуратно, тут еще кругом аномалии, а случайно не наступите, умрете! Да, блин! А-а-а! Капец, он жесткий! Так, он меня откинул, парни, откинул, я бегу к вам! Димон, давай, скорее сюда! Давай, мужики, где-то надо сныкаться, куда бежим? Спокойно, без сути! Блин! Здесь закрыто, ё-моё! Так, закрыто, давай, где открыто будет? Так, может, давай сюда, открывай! А! Нифига себе, это что такое? Это зомби! Где ты, отойди! Мужики, зомбак! А, это убили? Так, хорошо. Так, дверь закрой, побег, ты что там? Закрывай, на втором этаже. Ага. Так, мужики, не суетитесь. Здесь, смотрите, парни, здесь до нас были какие-то люди. Это, походу, сталкеры, блин, у них пушки. Они, наверное, они зажигали эти огни, лампы, а? Реально, слушай, Димон, ты прав, капец, у них тут какие-то калаши были. Блин, их что-то убило, мужики. Может, их убил тот самый монстр, который напал на нас? Туре. Может быть, Димон, смотри. Что? Это прям недавно откис. Ну да, они вот все недавно откисли. Вы видели, парни? Ага. Это какой-то мультяшный кот. Как будто бы пожиратель. Мы, кажется, парни, попали в жесткую беду. Подбирайте пушки, какие найдете. И, наверное, надо сматываться из этого места, блин. Тут еще зомби кругом. Плюс аномалии. Вот это мы зря, наверное, полезли в это... В этот Чернобыль, парни, за этими артефактами! Ну точно! Ну-ка, Димон, смотри! Чё? Там этого кота нет нигде, может быть, мы это, катамаранчиком своим уедем, уплывем как-нибудь, а? Блин, я и не знаю! Ну, можно попробовать, парни, давайте это, я пойду послушаю у двери, если никого нет, если ничего не слышно, рванём. То выбежим, да, ну-ка, тихо! А ну! Вроде ничего не слышу, парни! Бежим! Только не шумите, мужики, выходим! Давай, веди, у тебя калаш есть. Так, парни, его нет, нам нужно срочно до катамаранов наших дойти и свалить отсюда, и все. Давайте, собрали быстренько. Собрали артефакты, приключения на задницу нашли, мужики. Собрали артефакты так, что чуть жизни не лишились, блин. Да. Ага. Парни, он съел наши катамараны, этот кот. Блин. О, слушайте, у него глаза по бокам, как вы думаете, он нас видит вообще, не? Я думаю, видит, Андрюха. Я думаю, видит! Блин, ты прав, Димон, блин, беги, помогите! Мужики, меня скинуло! Надо бежать отсюда, парни, слышите? Да. Надо бежать! Бежи, катамараны, вы где, парни? Так, я бегу в сторону ЧС, я, Андрюха, рядом с тобой, я с этим котом воюю! Бегу! Давайте, мужики, меня толкает, брыкает, давайте за мной, тут есть дырка, туда можно забежать! Давайте, парни, я в дырку, мужики, давайте, быстрее! Прикрывай, он идет за нами! Заходите! Фух! Блинский! Ой, мужики! Капец! Вон он ломится! Давайте, подальше отойдите, блин! Ё-моё! Капец! Мы так. Где вообще находимся? Это ЧС, что ли? Парни, мы внутри станции, похоже! Здесь трупы! Наверное, это сталкеры предыдущие! Он не может пробраться! Вон он, мужики! Рвется, капец, мужики, а как мы тут выбираться будем вообще? Да непонятно, парни, как выбираться, тут какая-то лестница, а что за трупы? Кто это? Похоже, парни не просто сталкеры, а какие-то подготовленные прям. Это очень подозрительно, парни. Ладно, давайте попробуем вот сюда вниз спуститься. Давай, шеф. Так, ага, тут лестница какая-то странная. Интересно, мужики. Куда она ведет? Ой-ой, блин. Тут какие-то зомбаки, мужики. Капец. Патроны кончились. Патроны закончились? Ага, вот есть все на пистолете, блин. Так, сюда. Аккуратно, не толпимся. А что тут? Все пусто. Тут тупик, блин. Понял. И чё? А тут решётка. Ага, и что нам делать, мужики? Капец. Капец, он нас запер здесь. Смотрите, мужики. А. Его там нет. Отлично, мужики, с кайфом двигаемся дальше. Так, это здорово, парни, но все равно не шумите, потому что мало ли чё, вдруг он, блин, все равно где-то рядом. Ага. По сторонам смотрим, мужики, не расслабляемся, работаем. Ага, так, парни, я смотрю налево. Так, никого. Вон он. Справа. Так, давайте аккуратно, мужики. Давайте аккуратно. Вот так вот по стеночке.
По стеночке, я буду следить за ним. Идите, Андрюха, иди, разведай обстановку, хорошо, я иду. Хорошо, хорошо. Мужики, смотрите. Смотрите, мужики. Что? Там лестница есть, которая на ЧС наверх ведет. Может, туда заберемся? Он нас не достанет, попробуем, а? Давайте, давайте на эту лестницу. Парни, он телепортнулся! Зараза! Офигеть, перед моим лицом! Я чуть не обкакался, мужики, блин, я вам отвечаю. А я уже обкакался, парни. Так, давайте на лестницу, погнали, блин, наверх залазим. Давай, 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 ползем. Тихо, Бабян, не суетись. Сейчас. Андрюха, ты как там, развлекаешься? Да все, все, все. К вам подошел. Давай, 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 ползем, ползем, ползем наверх, блин. Вверх, вверх, мужики, вверх, ползем, блин, газуем, от этого кота, блин, дурацкого. Давайте, блин, я на этой лестнице, парни, все ноги уже обломал себе, блин. Есть такое, реально. Ага, давайте, мужики, крыша совсем близко, а кот, походу, отстал, я его даже не вижу. Ага. Фух, это хорошо, шеф, на самом деле. Давай ползи наверх. Ага, кота нет, мужики. Он, наверное, блин, это, потерял нюх наш. Это хорошо. Ты что делаешь, Бобяк? Не стреляй. Случайно. Парни, я ж говорю, не стреляйте, блин, нафиг. Не привлекайте внимания. Так, давайте, я забрался. Вы как там? Я вот, залезаю, залезаю, шеф. Давай, Бобян, быстрее, блин. Я тоже уже почти залез. Мы без тебя никуда, блин. Вон, ползи, смотри, Андрюха, блин. Бобяк, ты там спортом когда займешься? Да блин, на следующей неделе. Смотрите, нету его нигде, блин. Хорошо, мы когда убежали. В смысле? А я нашел. Вон он. Вот он, мужики. Мужики, бежим. Бежим назад. Назад. Стреляем, стреляем, отстреливаемся. По крыше бежим, отстреливаемся от него. Давай, 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 давай. Нафиг, блин, он за нами. Какой мерзкий. Ё-моё, ползет, ползет, мужики, блин. Ползет по-тихому. Давай, 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 стреляй, стреляй, стреляй. Шеф, давай контейнером, он нас сейчас зажмет. Давай скорее. Так, парни, контейнером. Хорошо, давайте контейнером. Привет, привет, давайте, привет. Ладно, от кота, блин, сныкаемся у контейнеров. Ага. Гоу сюда. Так, так, парни. Тут, а что-нибудь открыто, а? Мужики, вы видите, давай, нет? Тут а портал, парни, тут портал. Прыгаем. Давай. Давай, прыгай, пока прыгай, не догнал Бобян, нас. Прыгай, первый. А? Я второй. А, это фу. Где мы? Это что такое? А где Бобис? На ЧС, на станции, Бобяк, ты где? Бобиса! Бобис пропал! Бобян! Андрюха! Бобян, куда он делся, блин? Я не знаю, Бобис куда-то не туда, походу, телепортнулся! Здесь зомби с базукой! Можно взять этот РПГ, блин, во! Нормально! Давай, подбирай, подбирай ракетки-то! Ага, ракетки-то подбираю, блин! Может пригодятся этого кота убивать! О, блин! О, Бобяк, живой, ё-моё! Тебя куда откинуло? Мы тебя орали, кричали, тебя не было, блин! Да меня вообще какое-то другое место закинуло, мужики. А где вы РПГ взяли-то? Да вот тут лежало, у зомби, блин, я подобрал. Угу, а там еще нету, да? Ага, нету больше. Ладно, давайте, короче, парни, блин, по-тихому выбираться. Хорошо, что мы наткнулись на этот портал. Вот эта станция атомная, она полна сюрпризов, мужики. Ага, ты прав. А вот они, сюрпризы, блин. Взрывай их! Здесь зомби! Взрываю! Парни! Они идут! Их очень там, много! Там целая армия! Парни, смотрите! Ну-ка, тихо, давайте, работаем! Отобьемся, как думаете, конечно. Мужики? Я нет! Я не знаю, Димон, стреляй с РПГ! Они уже очень близко! Зажимаю! Давай блин. Назад! В комнату! Забегай в комнату, Бобяк, скорее! Парни! Так, здесь еще один портал! Прыгаем, не прыгаем! А? Ну прыгаем, давайте. Прыгаем, наверное! Они зажимают нас! Ладно, прыгаем! А! А! Ё-моё! Это где себе. Мы? Офигеть. Нифига себе, парни, это что такое? Куда мы попали? Нифига тут красиво, смотрите, парни. Офигеть, вот это красота, мужики. Там какой-то алтарь, что ли, слышите? Ого себе, прикольный алтарь. Только что тут все мертвые-то валяются? А что там, никто не знает, что это за алтарь, Андрюха, а? Слушай, ну мы же это, получается, в ЧС, Чернобыльской электроатомной станции, да? Но! Ну вот, говорят, короче, байки ходят. То, что вот в сердце этой станции стоит исполнитель желаний, типа можешь загадать желание любое, и ага. Оно исполнится. А как думаешь, это исполнитель желаний? Ну, может быть. Только смотри, тут что-то все мертвые, это странно как-то. Может, не будем ничего делать? Не-не, я попробую. Исполнитель желаний, привет, меня зовут Дима. Я хочу, чтобы мои друзья и все мои подписчики... У них все было хорошо, чтобы они все мечты сбывались, блин. Чтоб все эти были у них, все, что хотят они. Ну и мне там что-нибудь алтарь подкинь, по кайфу, чтоб было. В общем, чтобы все по кайфу. Че, работает, мужики? А че, у нас все по кайфу уже, наверное, да? Блин, ну надеюсь, завтра сработает. Потому что я бы хотел, чтобы все исполнилось, блин. Ладно, погнали. Побежали куда-нибудь, чего? Сзади, сзади кот, мужики! Ё-моё! Вот это зомбак, мужики! Ой, это кошак, блин! Вы где, мужики, блин? Отстреливайтесь!
Я возле этого исполнительного желания, мужики. Блин, я здесь, я тоже здесь, парни. Короче, нафиг, блин, это РПГ. С него невозможно стрелять, блин. Надо сваливать, мужики. Подождите, мужики, вытащите меня отсюда, помогите, что-нибудь сделайте. Андрюха, ну стреляем, не знаю, получается, вытащили. Ага, спасибо. Куда блин, нам, блин, братья? Капец, он меня то вверх, то вниз, блин. Что мне делать? Ну, мужики. Что? Тут есть наверх подняться возможность. Вот здесь, а давайте, где давайте. Побежали. Наверх попробуем сейчас подняться, блин, он так, не дает. Я не знаю, где он выход этот заблокировал. Что нам делать-то? Нифига себе, давайте стреляйте в него, уберем его оттуда. А я сквозь него, парни, попробовал, он не дает, блин. Рыва. Слышите, зажимает здесь. Я ну-ка, здесь! Мужики, давай, Андрюха, я у тебя! Там он портал, давай, мужики! Сюда. Там он портал, давайте в него прыгнем! Привет, погнали! Привет. Спасаемся! Бобя, да, сзади, сзади, все, сзади, все, сзади. Все! Давай, я первый! Вперед! Высоко! Тихо, мужики, все живы! Да! О, капец! Капец, это что такое вообще? Вот это суета, парни! Вот эти порталы, блин! Может, больше в следующий раз прыгать не будем? А то чуть не разбились, а? Больше никаких артефактов и порталов, мужики! Ну нафиг, я хочу нормально жить! Так, тут смотрите, еще пушки, еще военные всякие! Собирайте, блин, мужики! Тут всякие, вон, тоже РПГ какие-то крутые! Ага! Ну-ка, достань, это что у тебя в руках сейчас будет? Это, о, какая-то, о, махина! Ого себе, слушай, ну если мы его встретим еще раз, то мы его точно его загасим, мне кажется. Ага, берите, подбирайте все. Прям какие-то тут даже военные трупы, солдаты, блин! Мужики, тут пулемет огромный, надо кому? Ого! А ну, нифига! О! О, едет, мужики, может на ней попробуем? Слышите? Ну-ка, ну на это пробитое, смотри. Получится, не? Ай, да походу не, парни, блин. Что-то она еле едет, блин. А ну, я сейчас испытаю. А, давай. А что, не летит что-то, не понял. А ты сфокусируйся нормально. О, вот это бахнуло. Так, ладно, пулемет, парни, возьму, пожалуй, на всякий случай. Патроны. Ну все, погнали, блин. Если этого кота даже встретим, то убьем его, правильно? Ай, аномалия, согласен. Так, Андрюха, блин, тут все в аномалиях. Надо аккуратно, парни, блин. Вот это мы попали в передрягу, мужики. Опачки. Так. Слышите, парни, мне надоело бегать, мне надоело прятаться. Кому тоже, давайте со мной атакуем кота, блин! Вперед, мужики! С пулемета его! Блин, застал-то как, а? У-у-у, капец он опасный, мужики! Капец он страшный, нифига я левитирую, мужики! Ого себе! Так-так, я перезаряжаю пулемет, парни, он меня откинул. Нифига себе, он ползает, мужики, этот кошак опасный! Вот это да! Шеф, он выбрал тебя как жертву, походу! Да я уже понял, мужики, я уже понял, давайте с пулеметов его! Грызет, парни, грызет! Зажал, Андрюха его, зажал! Перезаряжаю пулемет, братик, перезаряжаю пушечку. Так-так, кустами, ух, кустами. Какой он опасный, какой он жесткий. Шо? Фулл контроль, зажимаем максимально. Я туда-сюда, парни, меня его поле то притягивает, не то надо, отталкивает, дядя. Поняли, дядя, да? Дядя, не надо. Дядя, не надо, блин. Что где? А он сзади, сзади, я думал, мы его убили, он сзади, блин. Не, блин. Ага, перезаряжаю пушку, парни. Так. Блин, я не понимаю, где вообще, что происходит, мужики, он меня грызет. Помогите, пожалуйста. Так, Андрюха, помогаем. Зажал! Стреляем! Все, стреляем! Бейте! Стреляю жестко, прям в пасть ему, мужики! Да, перезаряжаю, да, блин! Так, выхожу! А, Андрюха, ты вышел, меня сразу присосал! Ё-моё! Аккуратно! Так, парни, давайте, мужики! Мы должны его! Мы должны его кокнуть! А с РПГ попробую стрельнуть в него! Да ты чё, он так уворачивается сильно! Зажимаю в бочину, зажимаю! Прям целую обойму, блин, ещё вторую! Еще перезаряжай, я уже 5 обоим высадил, парни, из пулемета. Ему можно. Мы его не сможем убить, а? Почему не сможем? Мне кажется, сможем. Мы должны его убить, блин. Почему нет? Давайте, парни, не расстраиваемся. Не хватает такой мощи. Все хватает, парни, все хватает. Давай туда. Нафиг. Ладно, ныкаемся, мужики, погнали. Ладно, погнали. Фиг с ним. Давайте сныкаемся. А, не вот знаю. За мной бежит. Телепортируется, блин. Куда? Кто? Я да за блин, танк, за мной, мужики. Я за танк сел. Давайте за танк ко мне. А где танк? Да тут танки. Тут, блин, еще эти мертвые солдаты. О, я нашел вас, мужики. А, во, Бабян, все. Так, мужики, и что нам делать? Ой, наши пушки не могут взять, блин, его. А, нафиг, блин. Ну все, парни, нам хана, походу. Мы его не можем убить. Где он? Мужики, помогите, мне зажал стеночки вот здесь, а. У какой стеночки, Бабян? А вон, вижу. Мы его не убьем. Нет, парни. Куда он, блин? Походу, ничего не получится, мужики. Я не знаю, я 5 обоим высадил в него с пулемета. Нафиг, блин. Капец, он жесткий, мужики. Зажал меня, я перезаряжаюсь, парни, он тихо, ползает. Аккуратно. Давайте в центр, туда полегче давайте, будет. Давайте. Ё-моё, он меня откидывает. Офигеть. Димон, осторожней. Так, парни, где он? Вот идет.
Идет что-то за забором. Смотрите. Он забор ест, мужики. Забор хавает, блин. Сейчас нас будет есть, парни. Этот страшный пожиратель кот, блин. Зажимайте его, мужики. Зажимаем. Я ничего не понимаю. Давай. Вон он ползает туда-сюда, блин. Давайте, закидывайте. Ага, перезаряжаюсь, парни. Вы как? Нафиг, блин, зараза. Он мне на дерево закинул, смотрите. Так, перезарядил, парни. Андрюха, выходи туда, в центр. Да в центр идите, шо вы тут лазаете. Бегу. Давайте в центр, блин, вылазьте отсюда, блин, вперед, нафиг. Вперед. По БТРу. Да, по БТРу, отходим от него. Вот он. Вылез. Давай, мужики. Ё-моё, шо же он нас так зажимает-то жестко? Угу. Давай, погнали. А чё он не ходит? Бейте. Убили. Мужики. Но у меня ослабили тогда. Осталось 4 патрона, парни. Ух, последним добили. Офигеть, короче, мне пофиг на эти катамараны. Я поплыву домой обратно руками. Нафиг надо, я с вами больше в чернобыльскую зону эту не поеду никогда, блин. Согласен, не ногой больше сюда, парни. Нафиг эти артефакты, уходим. Валим. Ну что ж, ребята, на этом наш увлекательный ролик заканчивается. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики, ну и про положительные комментарии. Пишите, что нам еще позаписывать в Гаррис Моде в других играх. Ну а мы желаем вам всего-всего самого наилучшего. Всем спасибо, удачи и пока-пока. Всем баю-бай, дорогие друзья. Алло, чуваки.